командующих. Там уже с нами передачи, и здорово, Мязин выиграл скидку на Кочубея, и гол, 1-0. Кирилл Кочубей открывает счет в этом матче, потому что он даже не прыгал. Ну вот уже в следующей атаке Армави все-таки добивается своего. Что-то двое. 2-0. Все атаки через Романа идут. Дальний удар Мязина. Гол! Так, неожиданно Андрей вколачивает метров, наверное, с 30. В целом, наверное, для тренерского штаба результат неплохой. И вот четвертый гол все-таки влетает в ворота биолога на последней минуте.